Всем здорово, это Платина играет. Опа, стоп. Как зарабатывать на блуксе вообще на мемах? Если вы лох, тупой, у вас нет денег. И вообще в целом это не важно. Я сейчас вам могу сказать, вот как, смотрите, сделайте первое. Самое важное, зайдите по ссылке в описании и зарегистрируйтесь в Bullix. И закиньте туда $5. 5 обоссанных долларов. И попробуйте, как сами по практике покупать, поторговать. Сделайте вот такие вот, как у меня сейчас я показываю, настройки, чтобы у вас вы за сделку платили не $2, а 30 центов. И все. Теперь поймите, что все полная шняга, инструкции, все полная шняга. Потому что что? Самое важное — не сдаваться. Прикиньте, можно 2 года быть в минусе, на 3-й пойти в плюс. Можно 10 лет быть в минусе, на 11-й год стать миллионером. А можно быть всю жизнь в минусе и умереть лохом, нищим. Но если вы ничего не сделаете, если вы начнете торговать мемами, то давайте такой зададим вопрос. В вашей жизни что-то изменится? Поэтому терять вам нечего, вы уже мертвы, когда родились. Поэтому просто берете, регаетесь на блоксе, закидывайте $5-10, старайтесь с них подняться. И смотрите, как только вы их потеряли, закидывайте еще раз $5-10. И так далее, пока вы не потеряете. Во-первых, вы поймете, как все работает. Во-вторых, вы не потеряете много. Не надо там начинать с $1000, да? С $50 начните, эй ты, дай краба. Краба дай. Здорово, брат. Весь мир против меня будет, и я знаю, я прав. Кама-пуля, да? Берете, и когда вы уже научились, когда вы научитесь, вы с $10 сделаете 50, вам и закидывать не надо будет. То есть вы не думаете так, что вы попытаетесь челлендж делать $10, дойти там до 50, с 50 до 100, да, так. Делайте, думайте, что вы на меня смотрите. Вы давайте, вы полный лох, если вы, прикиньте, вы досмотрели до этого момента, и вы ничего не сделаете. Вы как будете засыпать ночью? То, что я посмотрел, я сделал что-то? Ты ночью еще вспомнишь этот момент. И тогда тебе нужно будет зайти, зарегистрироваться по ссылке в описании и закинуть $5-10 на Bullix. Так, мы идем дальше. Вот вы говорите, а я не знаю вообще какие монеты брать, что на рандом брать, Ростиксон? Что мне делать? Ты меня спрашиваешь. Я чё? Тебе кто-то там? Первое, да, по ссылочке в описании смотришь, ищешь мой телеграм-канал. Да, заходишь в мой чат и не тупишь. Мой чат не для тупых. Если ты тупой, закрой это видео. Ты не разбогатеешь никогда. Но если ты понимаешь, что ты глупый и хочешь стать умнее, у тебя еще есть шанс, да? Но мало, скажу честно. Мы, короче, берем, идем, заходим в мой телеграм-канал, читаем там закрепы, все такое. Вообще понимаете, кто я? По пути ли мне с вами? Вам, мне со мной, да? Понимаете? Потом заходите в мой чат и... читайте правила. Если у вас нет Telegram премиума, молчите, не нужно писать. Потому что только у лохов нет Telegram премиума. Понимаете, о чем я? Мой чат только на английском, но вам не нужно писать туда ничего. Вы можете просто смотреть в чате, я закидываю монеты, которые сам покупаю. У меня есть, знаете что? У меня есть приватки за 100, за $200, там, в месяц. И там монетки закидывают, я, бывает, захожу, когда вижу. Вы тоже там, да, не рассчитывайте еще что-то. Бывают минуса, бывают плюса, что скажешь. Главное, вы поймите, если вы будете стоять на месте, вы никуда не пойдете. Я начал делать Bullix 2 месяца назад. Я уже получил опыт, я уже знаю, что покупать, что, куда, как. И самое главное, я прекрасно понимаю, я до сих пор торгую $100, нищими $100. Просто потому что... я прекрасно понимаю, что я еще новичок, еще многого не понял. И когда я со $100 дойду до 1000, я буду готов к 1000, поймите? Но самое главное, что если я дойду до 1000, то мне и закидывать не нужно будет. Если ты хочешь изменить свою жизнь, стать лучше, и ты готов для этого работать, учиться, делать, регистрируйся на Bullix по ссылке в описании. Закидывай нищие $5-10. Если ты глупый школьник, умный школьник, найди, ради, укради. Мне учить тебя, где 500 рублей заработать. Если ты не можешь заработать 500 рублей, пожалуйста, никогда не открывай мои видео. Никогда не заходи в мой телеграм. Никогда. Не будьте броками. Брок — это тот, кто никогда не изменит свою жизнь. Нет, брок — это нищий. Брок — нет, брок нормально, это нищий. А вот лейм —
Он никогда не изменит свою жизнь. Не будьте лаймы. Броком быть нормально, нищим. Потому что мы с вами можем стать богатыми. А лайм никогда не изменится. И вы подумайте, кто вы. И не беспокойтесь, если вы не хотите делать, не хотите работать, может, вам суждено быть нищими. Мне суждено стать богатым. И я готов ради этого работать. И надеюсь, вы тоже. Удачи, работаем. Успех неизбежен. Судьба. Если идти вперед, наращивая темп, то ломается любая стена, любое препятствие.